Почему я говорю чуть-чуть? Потому что, во-первых, это первый раз случилось. Вот, в квалификации я прыгнул 8.18. Вот, и у меня так все просто сложилось, что я прыгнул 8.18. Попал идеально на планку и все сделал правильно. Ну, то есть результат почти вынул. Но хотелось бы еще дальше. И, ну, как бы, знаете, как обычно, в квалификации ты прыгаешь ближе, а в финале ты прыгаешь дальше. И хотелось, чтобы это так и произошло, но оно произошло наоборот, чуть ближе. Ну, потому что, ну, как бы, это тоже, как бы, финал тоже надо уметь пройти, ну, попасть и уметь и выиграть, уметь и удержать этот результат. Потому что вид был очень поздно, и, знаете, как бы, перед тем, как выступать, надо уметь себя сдерживать в руках. Это самое важное. Психологический аспект, он играет важную роль на соревнованиях. Можно быть и психологически не готовым, но физически быть готовым. То есть все в спорте так все происходит очевидно. Действительно, ну, немножко так и обидно. Но все равно я рад, очень прекрасно прошли мои соревнования. Вот. Будем стараться дальше. Это я просто, я считаю, что я хорошо настроился психологически. Я настроился психологически и просто удержал в голове модуль прыжка. Ну, чисто я трудился над этим, чтобы, ну, попасть на планку. Я, правда, целился на планку. Я не вбегал так, ну, четко так вот. Я просто семенил, тормозил, чтобы попасть на планку, чтобы не заступить. Я боялся заступов. Потому что заступы у меня часто происходят. Поэтому это у меня в голове отложилось, чтобы я попадал на планку. Знаете, я думаю, на этих соревнованиях мы с ней бы сработались бы. Вот. Она мне больше деталей подсказала, но все равно это сложнее держать в голове эти детали. То есть хочется на своих, как бы, своим ходом прыгать. Вот мне подсказывали, ну, как я нисколько не доступил, сколько мне надо отнести и поднести, чтобы попасть идеально на планку. Я это сделал, и говорит там один, ну, тренер, главный тренер Романюк Александр, он мне подсказывал, что вот, побежи побыстрее, там, когда ты не доступаешь, там, или отнеси, там, ну, просто это обычные детали, я это в голове могу удержать и исполнить легко. А тренер бы больше бы сказал бы, но все равно надо уметь это, ну, удерживать в голове, это сложнее было бы. Но если, ну, тренер, надо срабатываться с тренером очень сильно. В таких стартах серьезных надо иметь взаимность на 100%. Ну, мы же все готовы просто физически. Можно быть физически готовым, но психологически не готовым. Можно быть растерянным, размазнёй быть. То есть нужен тут характер и действительно. Но я готов на больший результат. Чемпионат мира в Лондоне. Коммерческий, ну, в Шанхае там обещают. Диамантовая лига. Диамантовая лига, да. Я в первой списке, потому что я сейчас лидер в мире. Вот. Ну, там еще одни старты мне найдут. Ну, там мне ничего пока не сказали, но Шанхай пока.